Живописная картина уходящего вдаль хребта Онакос здесь меняется панорамой раскинувшейся долины реки Дах с многочисленными полянами на фоне зеленых лесов и рядом, похоже на холм, горой Гуд, возвышающейся над станицей Даховской. Дальше видны укрытые лесами горные цепи, за которыми тают в дымке заснеженные вершины Кавказских гор. Чертов палец представляет собой естественное природное образование с двумя торчащими вверх каменными перстами. Скальный останец соединяется с основным массивом узким перешейком, обрывы которого опасно скрывает буйная растительность. Узкая площадка между каменными столбами вообще место не для слабонервных, поэтому любоваться панорамами будет безопаснее, стоя под большим столбом, справа от которого открывается потрясающий вид на южную часть станицы Даховской. От смотровой площадки по тропе можно спуститься вниз и выйти к красивой каменной арке. Когда-то это был большой грот, потолок которого со временем обвалился, а внутри него уже успело вырасти довольно большое дерево. Чуть дальше можно осмотреть скалу Чертов Палец снизу. Вдоль отвесной стены хребта Онакос проходит хорошо набитая тропа. И прежде чем возвращаться обратно, чуть дальше можно осмотреть еще пещеру Пыльную, хотя какого-то эстетического интереса она не представляет. На этом наша видеоэкскурсия к скале Чертов Палец заканчивается. Подписывайтесь на наш канал «Пойди сюда» и смотрите наши новые видеоролики.